выступят с простым вотумом недоверия Министерству здравоохранения. Зарегистрировать инициативу в парламенте намерены депутаты от группы «Промолдова». Они также ждут отчета о пациентах с COVID-19 от ответственных лиц в законодательном органе. Представители Минздрава и Национального центра общественного здоровья с комментариями по этому поводу пока не выступили. Между тем, председатель группы «Промолдова» Андриан Канду призвал и другие фракции поддержать простой вотум недоверия. Он отметил, что в стране зарегистрировали уже более 10 тысяч заболевших, и число пациентов растет с каждым днем, в то время как в других европейских странах ситуация нормализуется. В соответствии с регламентом парламента, простой вотум недоверия можно инициировать группой минимум из 15 депутатов. В «Промолдова» входит 13 народных избранников. Другие парламентарии пока заявлений по этому поводу не делали.